Так, ну а вот она, 50-я параллель. Вот я на ней стою. Вот я прошел. Это вам Харьков. Красота. Красота. А здесь вот отпечатки рук известных артистов. Ну, вот, например, Димонджо. Ну, этого я не знаю, но руку померяем. Моя побольше. Это ты, ну, Владимир Фогин. Ну, это уже мой как бы отпечаточек. Пьер Ришар, вот Пьер Ришара, ну он как всегда необычен, у него почему-то правую руку сюда приложил. Ну, эти пальцы побольше, а этот у меня здесь побольше. Ну, прикольно, вот, чтобы видели. Пьер Ришар. Французский. Катя Ченко, но это мы не знаем, что это такое, кто это такая. Здесь много. Фатеева. Борис, заслуженный артист России. Пара Шевченко. Красота. Свежий воздух. Люди гуляют. Да. Серьезно. И опять же не верится, что буквально рядом идет война. И не верится, что здесь может быть то же самое. И не хочется. Зелень, дубы. Все убрано, прибрано. Есть где отдохнуть. Все для людей. Строилось. Как-то воплощалось. А теперь как-то продвижение, как-то не хочется думать о плохом. Ну, жизнь заставляет. С вами снова Валерий Валкин. Да. Так, ну мы с вами в парк Шевченко, вход дельфинарий. Харьковский. Вони на тій стороні, видать, там у них это інструктор. КДСК 717-4777.